Город Караганда. Это микрорайон городской аэропорт. Вот там, куда сейчас смотрит камера, это улица Бауыржанова-Момышлы на месте взлетно-посадочной полосы. Ну, здесь тоже, скорее всего, было. И вот тут, вот я вернулся назад, чтобы снять вот этот кусок. А так я пришел с той стороны. С той стороны и вот туда вот прошел, да? И вот этот кусок вот, хочу снять. Для этого вернулся. Это микрорайон городской аэропорта. Вот дом строится. А вот этот, то ли уже большие деревья посадили, то ли давно дом стоит, да? Сосны, березы, ели, городской аэропорт. Здесь улица написана 181. Где-то микрорайон пишется, а где-то пишется улица. Большая собака. Ели. Возможно, там тупик. Вот такие крутые дома, да? Это какой должен быть доход, чтобы вот строить вот такие хоромы? Терема или хромы. Это вообще дворец. Вот здесь даже львы в коронах на воротах. Г. Кулкыбаева, улица 10. Вот целый дворец. Забор высокий. 2 метра как минимум забор. Если не выше, да, даже? Да, выше. Выше 2 метра. Харахат Мектеп Студиаса. Бутылки. Улица Кабжанова, Х. Кабжанова. А нет, здесь не тупик. Здесь можно пройти. Да. Здесь не просто можно пройти, а выехать можно. Просто здесь снег вот не убирали, да? Ну, как, наверное, туда ездят и все. Ну, как бы. Вот кусок такой вот снял. Кулкаева и Кабжанова, две сразу улицы. Вот это место я помню. Ну вот, это место я снимал летом, поэтому я не буду повторять. Я просто вернусь обратно туда и пройду. Ну, на этом я завершаю.